квіти – це свіжість, настрій, свято. І про те, як же створити дуже гарну флористичну композицію. І якщо у вас немає такої можливості, а є вдома будь-що, то саме з цим питанням ми звертаємось до флористки Ольги Гертнер. І Оля все своє життя займається тим, що створює надзвичайні композиції. Композиції з різних квітів, і просто з сухих травинок. Так. І ми зможемо сьогодні в студії зробити це прямо зараз. Тобто дивіться, будь ласка, слідкуйте за нами. Оля все розкаже і покаже. Дуже рада бачити вас в нашій студії. Взаємно. І теж. Ось таке свято вже настало, як то кажуть. Так, квіти – це завжди свято. А скажіть, будь ласка, чи ви не звикаєте до того, що свято у вас кожного дня? На самом деле, каждый день у нас как раз есть новизна, потому что каждый день новые запросы от клиентов, каждый день новые праздники, новые составы цветов, новые букеты. И поэтому это никогда не может надоесть. Более того, для меня флористика является бизнесом с 2012 года. И, конечно же, 2006-го, боже мой, 2006-го. Ага, то есть, уже я считаю уже там по годам. 2006-го года, и, знаете, есть такое понятие core-бизнес, бизнес-сердце. Вот для меня реально флористика стала таковою. Справді, на кожну квіточку треба знати, де її місце, де її розташувати, що поставити біля неї, і так зробити композицію, аби вона була вчасною, аби вона підходила, і щоб ті квіти приносили не лише естетичне задоволення, аби вони дарували радість, коли ти дивишся і насолоджуєшся кожною квіткою. Ну, я насправді теж такий фанат квітів, я не знаю, мені здається, що це найкраще, що є в світі. Просто квіти – це все. І жінки, більшість жінок також дуже люблять квіти. І зараз з'являється таке різноманіття різних букетів, коли ми бачимо їх і в коробках, і в пляшечках, і десь закручені в різні композиції. Ну, просто така кількість всього. Коли було раніше там букет, загорнутий в якийсь целофан, то ми думали, що це нормально, це норма. Але мені завжди хотілося показати іншу складову таких букетів. Хотілося, щоб квіти дихали інакше. І ось тоді можна побачити різні варіанти. Ви зараз щось вносите, так я розумію? Щось своє, свою авторську складову для того, щоб ваш букет почав запалювати людей і горіти різними фарбами, іншими. Ну, именно так. Когда мы открыли только свой салон в 2006 году, далеком, вот именно так и было. Все цветы заворачивались в целлофан. И мы постепенно, шаг за шагом, приучали людей к новым материалам, к подаче другой, к новым формам букетов и так далее. Мы тогда именно научили. Это есть такие академические правила. И тогда именно мы рассказывали о том, что мужская форма, да, мужские букеты, это вытянутые букеты, которые показывают величину мужчины. А женские букеты... Я думала, як же ж треба чоловікові дарувати велич показати. Велич показати. То есть вытянутый верх, есть определенные... определенные цветы, которые символизируют. Ну, например, да, мы всегда ставим бамбук, потому что бамбук это вот именно характеризует мужскую силу, мужскую мощь, потому что бамбук, он несгибаемый, да, его там сложно поломать, ну, вот именно в этом раскладе. Брасика – это декоративная капуста, ну, капуста, деньги, да, то есть если мы, да, говорим о каких-то финансовых возможностях, то мы можем использовать брасику. Красные розы – это фактически, ну, такая классика, которую никуда от нее не денешься. Но это все, как бы, я считаю, классика, да, это все академизмы. Но сейчас мы используем такое большое количество разных цветов. Это могут быть протеи, это очень необычные цветы. Очень много экзотических цветов сейчас используется в букетах для мужчин. А они якось доправляются сюда, до нашего места? Обязательно. Они, да, мы закупаем все цветы в Голландии, они едут, ну, за исключением там роз и каких-то еще дополнительных цветов, которые выращиваются в Украине, но большинство цветов все выращиваются в Голландии, некоторые выращиваются в Колумбии, Эквадоре, и поэтому они все сюда приезжают в больших фурах, холодильниках, и после этого уже их треба так само тримати в температуре, чтобы не сталося з ними нічого. Да, в нашем салоне есть холодильник, в котором, то есть их перевозят в холодильниках, потом мы их храним в холодильнике. А вдома тоді як? Жити в холодильнику? А дома наслаждаться просто уже непродолжительный момент. Ну вже вони трошки тоді будуть. Так, скільки переважно квіти можуть стояти у наших вазах, і чи можна їм подовжити життя? Можна. Ну, є такі цвіти, які, ну,
принципе, их век недолог. Там, например, гортензии, да, они очень красивые цветы, но они любят настолько влагу, воду, что их, ну, фактически под самое горлышко надо окунать в вазу. Ну, то есть действительно должно быть очень много воды. Все цветы не любят сквозняки. Все цветы абсолютно не любят отопительные приборы, то есть когда рядом дует на них кондиционер, на теплый или на холодный воздух, угу. там рядом находятся батареи или какие-то другие обогревательные приборы, или там светят ярко лампы, которые несут нагрев. Вот. Но в принципе букет стандартный стоит около недели дома, если нету там сумасшедшей жары. Uh-huh. Вот. Есть цветы, которые выдерживают абсолютно нормальные 2-3 недели. И вот, например, эквадорские розы, они очень долгостойкие сами по себе. И также есть много других растений и цветов, которые мы прямо видим, как они изменяются, вот эти метаморфозы, когда они раскрываются. То есть, ну, те же лилии, амарилисы, uh-huh. например. Або коли пускають куріння, так? Бувало таке? Да, бывает уже такое. Да. Починають рости у вас. Буває таке теж, ну, це ж треба не, теж. Не так часто. Да? Так. Очень часто там на сукулентах, наприклад, сукуленти можуть стояти безконечно довге кількість часу. Орхідеї точно так же, це дуже довгостойкі рослини. З приводу того, як же формувати букет, я думаю, що нам треба вже починати розповідати, бо часу не так багато, і нам же треба показати, як це зробити, так? Що касається букета, взагалі, в принципі, є академізм. Ростіння всі діляться на три размера. Крупные – это такие, как гортензии, те же амарилисы, лилии – это тоже являются крупными растениями. Потом растения поменьше, там, ну вот, например, возьмем на этой, да, на этой композиции розы – это средние растения, там, гвоздики, которые мы привыкли называть гвоздиками, на самом деле это диантусы, они бывают абсолютно разнообразные в гамме цветовой. Они часто недооценены, потому что люди говорят, нет, гвоздики не хотим ставить, но потому что они привыкли, это тоже определенный стереотип мышления красные гвоздики, да, гвоздики бывают очень красивых, сиреневых цветов, винных и так далее. Рожеві такі взагалі, розовые, нежные, нежные, да. Дуже гарні квіти. И, кстати, гвоздики отлично стоят. То есть, если, например, это будет монобукет из одних гвоздик, вот у нас есть девушка, которая заказывает всегда только монобукеты. Постоянная наша клиент, и это там только калы, или только гвоздики, или еще там какие-то там только амарилисы. Вот это действительно те цветы, которые можно наслаждаться. Вот. И мелкие цветочки, там, как мелкая роза, например, кустовая. До речі, ось такі маленькі, вони дуже збагачують букет. І да, вони дають багато воздуха. Угу. Вот. І їх ставлять, як правило, либо вверх, либо виводять в сторони форми. Ну, потому что здесь тоже очень важно, как мы будем выставлять букет, что зависит от, конкретно от формы букета. Он будет овальный, или он будет круглый, или он будет высокий. Ну, вот. Зараз осінь, така чудова пора, коли ми можемо зробити яскравий, жовто-гарячий, наприклад, букет, так? Додати туди трошки зелені, додати туди охри. І ми тим самим підкреслимо нашу природу, і ми зможемо зробити такий гарний букет у себе вдома. Тобто частинку осені перенести. Да. Для того, щоб зробити ось таку красу, нам потрібно знати, з чого складається взагалі той букет, який ми будемо робити. Ну, я просто предлагаю, який варіант. Якщо людину хочеться щось привнести в свій дім естетичне, то мы всегда можем начать, ну, прежде всего, с красивой вазы. Стекло, так, у нас стекло или керамика, не имеет значения. Мы можем нарезать вот так, такого плана камыши. Ага, ось для чого треба їхати на природу. Вот, да. Спочатку ми поїхали, відпочили, нарізали камиші. Ой, які вони гарні. А ви знаєте, я бачила такі підфарбовують. Як ви взагалі ставитесь? Я на самом деле не очень люблю растения, которые выкрашены искусственным способом. Это, конечно, сейчас тренд. Это очень здорово помогает создать букеты, например, вот полностью в одной цветовой гамме. Ну вот когда нам надо там сделать только бордовый или только пудровый. Мы понимаем, блокетный, например. Да, но и мы понимаем, что не все растения бывают именно в таком цвете. И тем не менее, сейчас очень много растений используется для того, чтобы там подкрасить, там как-то его преобразить. Эти растения всегда стоят гораздо дороже, и эти цветы недолговечные. Вот вы точно должны понимать одну простую истину. Если цветы крашеные, они будут стоять в два раза меньше, ну, по продолжительности. То есть, если так бы тижень простояли, ну так три дня. А так максимум три дня, да. Вот так. Я, до речі, бачила чорні троянди. Вот прям чорні-чорні. Прям чорні-чорні, это значит точно окрашенный. А вообще есть такой сорт, который называется Black Baccarat. Вот он
прямо имеет такой бархатистый черный отлив. Она темно-темно-бордовая, практически так. Черная, и имеет вот такой вот прямо черный бархатный отлив на... Скільки зараз його з'являється, бачите? Да. Треба теж побачити і зрозуміти різницю, де квітка справжня, а де видно, що там вже з'явилася фарба. По поводу окрашенных цветов очень легко определить. Когда мы ее оставляем в вазу, она обязательно окрасит воду. Это угу. всегда будет так. Ну, так. К сожалению. Но, тем не менее, мы таким образом можем привнести какую-то экзотику в так, данный ну, уже букет. Набридли да. червоні, так? Да. Переходимо на інші в общем, кольори. Какой вариант мы можем еще сделать у нас дома? То есть мы выезжаем на природу, мы режем камыши, мы можем на полях, где еще это возможно, может быть, еще не вся пшеница собрана или какие-то другие лепесточки в лесу, колосочки найдутся. Мы возьмем, там, например, вот здесь это натуральная овес. Так, овес. Ага. Овес, да. А водичку мы не наливаем, так? Ну, в данном конкретном случае мы не наливаем, потому что мы в студии. Но для сухоцветов мы вообще не используем никогда воду. Сухоцветы угу. стоят просто так. Но угу. Мы возьмем как акцент. А, давайте так. Нашли мы, например, еще какие-нибудь коряшки. Ой, какие только гарні вы познаходили, я вам скажу. Да. А подивіться, різної довжини. И формы різні, але форми. Так вони виглядають гарно. Да. Это, кстати, крашеные. Так. Ничего себе. А виглядають досить таки природні. Да. Вот. Як вони тільки підкреслюють красу букету. Ви бачите, одразу з'являється форма і така от, ну, справжня японська якібана. Да, в сторону, например. Угу. Ми можемо в даному случае либо использовать вот такой засушенный артишок. Ну, то есть этот артишок класс. Когда-то был зеленый, но мы решили его засушить. Угу. И ну, сейчас, если так, мы можем да, его в самый низ утопить, как правило, вот это вот по академическим правилам, крупные цветы, угу. они тяжелые, они идут в самый низ. То есть, по идее, мы можем его утопить вот таким вот образом. Угу. Но если мы, например, будем ходить по полям, ага, так мы сейчас найдем там. Да, насобираем, например, подсолнухов. Ну, в данном случае я предлагаю все-таки использовать замечательную ой, яка вона гарна, георгину, подивіться. Потому что сейчас... Жоржини – це взагалі краса. Да. И как же можно их сейчас не выкрасить, если есть? И сезон, кстати, подходит к концу. Всегда мы убираем все лишние листики. А для которые... чего прибирать листочки? Если цветок идет в воду, ну, ставится в воду, угу. то листья отдают дополнительно, ну, как бы они быстрее гниет, ну, ага, начинается процесс да. гниения, угу. да? То есть вода начинает становиться мутной, угу. Размножаются микроорганизмы, поэтому для того, чтобы этого всего избежать, мы все листья, которые будут соприкасаться с водой, убираем. Да, ну, дольше простоит наша да. квиточка. И угу. добавляем сюда, вносим какой-то цвет и добавляем, ой, например, помаранчевую жоржину. То есть, в принципе, как бы мы можем создать любую композицию дома, эстетичную, чуть-чуть короче ее сделаю все-таки. И дивимось, так, где нам треба підрівняти, где додати. Да, где нам, угу. какую ветку нам стоит вывести в сторону, угу. где нам стоит добавить объема, добавить, например, вот этого овса, ну, точно сюда надо будет добавить, просто мне очень сложно, так как у меня нет возможности ее посмотреть еще. Да, а вы можете до себя на нее с разных сторон и так далее. Как она выглядит, а потом, когда уже будет завершена, мы покажем да. нашим глядачам. В любом случае, я сейчас показываю смысл. Здесь дальше уже фантазия каждого конкретного человека. Какие материалы он найдет, какие материалы он захочет использовать, насколько узкое или широкое горлышко у его вазы и так далее и тому подобное. Но суть в том, что мы должны вывести композицию либо в высоту и дать какой-то угол, и получится треугольник. Либо мы можем сделать круглую композицию, например, только из одних георгин. Это получится очень классный, стильный, простой монобукет, но который действительно будет радовать вот этими бомбонами оранжевыми. Вот можем добавить немножко зелени. Ось мені здається, що зелень тут взагалі которая дуже добре виглядає. Даст дополнительный еще аромат, потому что это эвкалипт. И эвкалипт, когда он высыхает, он пахнет еще чудеснее. Треба бачити, чем... понюхати. Обязательно, если немножко разотрете листик эвкалипта дуже в своих руках. Пахне просто неймовірно.
Так, і от, це, бачите, і ми можемо і естетично отримати задоволення, і понюхати, як це все свіжістю віддає. Ну, взагалі, без квітів, мені здається, взагалі немає життя. Це правда. А іноді к нам приходять клієнти, і у них є бажання створити конкретно букет самому. Тобто під нашим, ну, як би, надзором, да, по нашим рекомендациям, он составляет сам. И представляете, насколько это, ну, совершенно другое чувство, когда он дарит, например, своему любимому человеку букет, собранный со своими собственными руками, но, тем не менее, по всем флористическим каналам. Це просто неймовірно. Ну, ви знаєте, Оль, я от ще хотіла на сам кінець показати вже, що у нас вийшло, і показати оті гарні флористичні композиції, які можна зробити. Ось подивіться, сьогодні що вдалося зробити – буквально ось, за 5 хвилин, ось така, ну, 5 хвилин, так. Але спочатку треба підготуватися. Треба назбирати все, що є, те, що ви бачите. Такий вийшов скандинавський стиль. Так, от, вроді, в ній вона така... Лаконічна, дуже да, лаконічна вийшла. З гарним центровим акцентом. Тут така помаранчева жоржина посередині. І все це, звичайно, говорить про осінь. Про те, що зараз просто неймовірна пора. Треба радіти, треба надихатися нею. І поки є ще можливість зібрати щось... поки ще все зелене, ще є зелене, ще можливо щось жовтіє, так, але є ще квіти, то треба, звичайно, керуватися усім, що нас оточує. І, звичайно ж, я хочу показати класику. Якщо ми звернемо увагу на те, як побудований цей букет і як він стоїть, то ми побачимо, що тут теж все зроблено за усіма правилами. І троянди, які розташовані посередині, вони відповідають таким кольоровим категоріям. Ми бачимо, що є і жовті, і помаранчеві, і рожеві, і все це виконано в таких дуже тонких фарбах. Оль, ну, насправді приємно, що є люди, які так тонко відчувають ось цей світ флористичний, які можуть надати краси і додати ще фарб яскравих до нашого життя. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії, спасибо, показали, як можна зробити з таких досить таких простих речей настрій. І вам спасибо большое. Ну що ж, я думаю, що побачимось обов'язково ще наступного разу, а ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.